Какое приятное занятие эти танцы. Ведь уж как хорошо. Что может быть восхитительнее? Приедешь, бывало, в собрание, аль на свадьбу к кому. Сидишь натурально вся в цветах, разодет, как игрушка, али картинка журнальная. И вдруг подлетает кавалер. Удостойте счастья, сударыня. Ну, видишь, если человек с понятием, аль армейской какой, возьмешь да и прищуришься, отвечаешь. Извольте, сударь. С удовольствием. Ах, очаровательно. Это просто уму непостижимо. Больше всего не люблю я танцевать со студентами, да с приказными. То ли дело отличаться с военными. Вот военные уж это сейчас видно. И ловкость, и все. А штатск что, так какой-то неодушевленный. Удивляюсь. Отчего это многие дамы, поджавшие ножки, сидят? Формально нет никакой трудности выучиться. Вот уж я, на что совестилась учителя, а в 20 уроков все решительно поняла. Отчего это не учиться танцевать, это одно только суеверие. Ты, маменька, бывала, сердится, что учитель все за коленки хватает. Экая важность. Ведь он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. Воображаю я себе, если за меня посватается военный. Вдруг у нас парадный сговор. Ой, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках. Я натурально. Либо в газовом платье. И тут вдруг заиграют вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. И, а вдруг-то я перед ним оконфужусь? Ах, странно-то какой. Однако я вот уж полтора года не танцевала. Попробуй-ка я теперь на досуге. Раз. Маменька, я и чай пила, и ватрушку скушала. Посмотрите-ка, хорошо? Так что ж ты скушала? Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь. Да что за грех такой? Нынче все этим развлекаются. Лучше об стол, Вова, стучи, ногами не озорничай. Да что ж ты, да с чего ж ты меня взяла не слушать? Да, да как не слушать? Что это вам сказать? Надо дальше мне бегать-то за тобой на сторож селёд. Слышишь? Отцу пожалуюсь. Ага, вас это и Бог создал. Чтоб жаловаться, сами-то вы для меня не очень значительны. Ты еще пляшешь, да ты еще ругаешься. Сию минуту брось. Поймай за юбку, весь хвост оторву. Ну, дорогите на здоровье. Вам же зашивать придется. Фу, как упаточилась. Ой, словно воз везла. Фу. И шумарился. Не то сказать, будто не волили. Уж коли матери ты не почитаешь, так с тем-то бы посовестилась. Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает, а ты тут скачешь, словно юла какая. Пойдите вы со своими советами. Что ж мне делать, по-вашему? Самой, что ли, хворать прикажете? Вот другой манеркой бы я была докторша. Ух, что это у вас за отвратительные понятия? Ах, какие вы, маменька, ей-богу. Право, мне иногда приходится краснеть от ваших глупостей. Каково детище ненаглядное. Прошу подумать, как она мать-то чистит. Ах ты, болтушка бестолковая. Ну, разве можно такими речами поносить родителей? Неужто я тебя затем на свет родила, учила, берегла, пущ соломинки? Не выучили, посторонние. Полностью, пожалуйста, вы сами-то признаться, сказать ничему не воспитаны.
Ну, родили вы. Я была тогда что? Ребенок, дитя без понятия. Не смыслила обращения. А вот как выросла да посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образования. Что ж мне прикажете, потакать вашим глупостям? Как же, есть оказия. Уймись, уймись, бесстыдница. Выведешь ты меня из терпения, прям к отцу пойду, так многие прякнусь. Житья, скажу, нет от дочери, Самсонушка. Вам житья нет, воображаю. А мне от вас есть житье. Вы зачем отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не Капидон? Что вы нашли в нем легковерного? А то и легковерного, что зубоскал. Приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся, эко невидаль. Да много вы знаете. Известно, он человек благородный, так и действует по-деликатному. В ихнем кругу всегда так делают. Да как вы еще смеете-то порочить таких людей, которых вы и понять это не знаете? Ведь он не купчишка какой-нибудь. Душка-милашка. О, хорош, душка. Жалко, что не отдали тебе за шута, за Горохового. Видимо, резон, что не хотите моего счастья. Вам с тятенькой только кляузу строить, да тираничить. Ну, как хочешь там, так и думай, Господь тебе судья, только никто не заботится о своем детище, как материнская утроба. Ты вот тут хохнешь, со разной глупости выколупываешь, а мы-то с отцом день и ночь думаем, как бы тебе скорее хорошего человека найти, да пристроить тебя поскорее. Да, легко вам разговаривать, а позвольте спросить, каково мне-то? Да что же делать-то? Ну, потерпи, коли много лет ждала. Нельзя ж тебе вдруг жениха найти, ведь скоро-то кошки мышей ловят. Да что мне до ваших кошек? Мне мужа надобно. Что это такое? Странно встречаться со знакомыми. В целой Москве не могли выбрать жениха. Все другим да другим. Все подруги с мужьями давно. Ну, кого не заденет за живое? А я сирота какая? Слышите? Найдите мне жениха. Беспременно найдите. Вперед вам говорю, беспременно сыщите. А то для вас же будет хуже. Нарочно вам назло. По секрету заведу обожателя, с гусаром убегу, да и обвенчаемся потихоньку. Что, что, беспутная? Да повбил тебя такие скверности. Владыка милосердный, не могу с духом собраться. Ну, нечего делать, видно, придется отца позвать. Только и ладите, что отца до отца обойти, вы при нем разговаривать. Да попробуйте-ка сами. Да что ж я, дура, по-твоему, что ли? Какие там у тебя гусары, бесстыжий твой нос? А? Ишь ты, ишь ты! Сарафан пасконный сошью, да вот на голову тебя надену! С просятами тебя вместо родителей-то посажу! Да, как же, позволю я над собой командовать! Молчи! Молчи! Уступи верх матери! Кусями противная! Молчали бы лучше, коль не так воспитаны! Все я скверна! А сами-то вы каковы после этого? Что вам угодно спровадить меня на тот свет прежде времени? Извести своими капризами? Что ж, пожалуй, я уж и так, как муха какая, кашляю. Ну, полно, полно, перестань. Ну, говорят тебе, перестань. Я виновата. Перестань только. Липочка, ну не сердись ты на меня, бабу глупую, неученую. Ну прости ты меня, сережки куплю. На что мне ваши сережки? У меня и так полон туалет. Вы купите браслеты с изумрудами. Куплю, куплю, только ты плакать-то перестань. Тогда и перестану, как замуж выйду. Выйдешь, выйдешь, голубчик ты мой, ну поцелуй меня. Ну, Христос с тобой, дайте слезки-то оботру. Вот нынче хотела Устинь на ум прийти. Вот мы и потолкуем. Угадайте-ка, матушка Аграфена Кондратьевна, кто к нам изволит жаловать? Не умею сказать. Что я тебе, бабка, угадка, что ли, Фоминишна? Мужчина, а не женщина? А у тебя все мужчины-то в глазах прыгают. Где ж таки видно, что мужчина ходит в чепчике? В доме дело, как следует понимать. Натурально незамужняя вдова. А быть моя правда, вы хоть что, женщина. Что это у вас, серебряный, лестница какая крутая? Лезешь, лезешь, на силу вползешь. Ах, да вот и она. Здравствуй, Устинья Наумовна. Не больно спеши, если постарше тебя. Вот, с маменькой-то покалякаем прежде. Здравствуй, Аграфена Кондратьевна. Повстала, ночевала,
Все ли жива, Бриллиантова? Ну, создатель, живу, хлеб жую. Вот с дочкой все утро болясь. Че, в нарядах все. Ну и с тобой, божья старушка, поцелуемся уж, кстати. Правда, на дворе ведь здоровье серебряное. Стало бы тебе губы трепать нечего. Как знаешь. Известно, мы не хозяева, лыком шитая мелкота. Эй, в нас тоже душа, а не пар. Ну вот и до тебя очередь дошла. Что это ты словно толстела, изумрудная? Ах ты, греховодница, еще сгладишь, пожалуй. Ах, какой вздор! Это тебе так показалось, Устинья Наумовна. Я все херею. То колики, то сердце бьется, как маятник. Все как словом тебя подманивает, али плывешь по морю. Так вот и рябит меланхолия в глазах. Садись, садись, Устинья Наумовна. Что как пушка на колесах стоишь. Вели к нам, поди, поменьше на самоварчик согреть. Пила, пила, жемчужная. Провалиться на месте пила и забежал так уж на минуточку. Что ж ты, мать моя, проклажаешься? Беги попроворнее. Позвольте, маменька, я поскорее сбегаю. Видите, какая она неповоротливая. Уж не пинти, где не спрашивают. А я так думаю, графен Кондрат, не пригожий ли будет подать бальсам тут селёдочек. Ну, бальсам бальсамом, а самовар самовар. Мать, тебе жалко чужого добра. Да как постель, вели сюда подавать. Ну что, нет ли новенького чего, Устинья Наумовна? Ишь, у нас девка-то стосковалась совсем. И в самом деле, Устинья Наумовна, ты ходишь, ходишь, а толку нет никакого. Да ишь ты, с вами не скоро сообразишь, Бриллиантовый. Тетенька твоя, ладь, за богатого. Мне, говорит, хотя Федот от проходных ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил. Маменька-то вот, Аграфена Кондратьевна, тоже норовит свое удовольствие. Ты беспременно подавай ей купца, да чтоб был жалованный, да чтоб лошадей хороших держал, да лоб-то крестил по-старинному. А у тебя тоже свое номер. Ну, как на вас угодишь-то? Не пойду я за купца, ни за что не пойду. Затем разве я так воспитана? Училась и по-французски, и на фортепьянах, и танцевать. Нет, нет, где хочешь, возьми, а достань благородным. Вот ты и толкуй с ней. А и что тебе дались эти благородные? Какой в них особенный искус? Голый на голом. И христианства никакого нет. Ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печет. А ведь хоть и замужем будешь, а надоест тебе соц с подливкой. Ты, Фоминишна, родилась между мужиков, и ноги протянешь мужичкой. Что у меня в твоем купце? Какой он может иметь вес? Где у него амбиция? Мочалка-то, что ли, мне его нужна? Не мочалка, а божий волос, сударь, не так-то. Так ведь и тятенька твой не оболваненный какой, и борода у него тоже не обшарканная. Да целуй же ты его как-нибудь. Одно дело тятенька, а другое дело муж. Да что вы пристали, маменька? Уж сказал, что не пойду за купца, так и не пойду. Лучше умру сейчас, до конца всю жизнь выплачу. Слез не достанет. Перцу наемся. Ой, никак ты плакать собираешься, думать не могу. И в охот тебе дразнить ее, Аграфена Кондратьевна. А кто ее дразнит, сама привередничает. Пожалуй, уж коли тебе такой аппетит, найдем тебе и благородного. А какого тебе? Посолиднее или поподжаристей? Ничего и потолще. Был бы собою немал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого. И беспременно, чтоб был бы брюнет. Ну, понятное дело, чтобы одет был по-журнальному. Ах, Господи, а сама-то нынче вся как веник растрепана. А есть теперь у меня жених. Вот точно такой бриллиантовый, как ты расписываешь. И благородный, и рослый, и брюле. Ах, Устинья Наумовна, совсем не брюле, а брюнет. Да очень мне нужно на старости лет язык-то, по-твоему, наломать. Как сказалось, так живет. И крестьяне есть, и орген нашей. Да вот поди оденься, а мы с маменькой-то потолкуем об этом деле. Ах, голубушка Устинья Наумовна, зайди уже ко мне в комнату. Да, мне поговорить с тобою надобно. Пойдем, пойдем, Егорка, пойдем. Не выпить ли нам перед чаем-то бальсамцы, Устинья Наумовна? Можно, Бриллиантовый, можно. Кушай-ка на здоровье. Да ты сама-то по-прежде яхонтовая. Еще поспею. А где же это вы берете, зелье-то? Из винной конторы. Ведрами чай. Ведрами. Что ж, помалсти-то напасешься ли? У нас расход большой. Что говорить, матушка, что говорить? Ну уж, хлопотала, хлопотала я для тебя, Аграфена Кондратьевна. Гранила, гранила мостовую-то, да уж и выкопала жениха.
Ахните, бриллиантовые, да и только. Носил-то он и словца вымолвила. Благородного происхождения, значительный человек. Такой вельможа, что вы и во сне не видывали. Видно, попросить тебе у Самсона Силча парочку арабчиков. Ничего, жемчужное возьму. Ой, крестьяне есть, и орден на шее, а уж умен. Как просто тебе истукан золотой. Ты бы усильно умно наперед доложила, что за дочерью, мол, не горы золотые. Да у него своих девать некуда. Ну, хорошо бы это, уж больно хорошо. Только вот что, Устинья Наумовна, сама ты, мать, посуди. А что я буду благородным зятем-то делать? Я тебе слово сказать с ним не умею, словно в лесу. Оно точно жемчужное, дико сначала-то. Ну, а потом привыкнешь, обойдетесь как-нибудь. Да вот Самсон Силычем надо потолковать. Может быть, он и знает этого человека. А я к вам, матушка Аграфена Кондратьевна. Толканулся был к Самсону Силычу, да. Занят, вижу. Так я думаю, зайду, мол, я к Аграфене Кондратьевне. Это что, водочка у вас? Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. Кушай, батюшка, кушай. Садиться, милости просим. Как живете, можете. Какое наше житье? Так небо коптим. Сами знаете, семейство большое, делишки маленькие, а не ропщу. Роптать грех, Аграфена Кондратьевна. Уж это, батюшка, самое последнее дело. Кто ропщит, значит, тот Богу противится. Вот какая была история. Как тебя, батюшка, звать-то? Я все позабываю. А Сысой Псович, матушка Аграфена Кондратьевна. Это как же так, Псович Серебряный, по-каковски ж это? Не умею вам сказать доподлинно. Отца звали Псой. Вот я, стал быть, Псович и выхожу. А, Псович так Псович. Что ж это ничего, хуже бывает, бриллиантовый. Да какую ж ты, Сысой Псович, историю хотела рассказать? Вот, матушка Аграфена Кондратьевна, была история. Не то чтобы сказка или притча какая-нибудь, а истинное происшествие. О-о-о. Я, матушка Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. Кушай, батюшка, кушай. Жил старец, такой маститый старец. Вот уж я, матушка, забыл где, а только в стороне такой необитаемый. Было у него, сударыня, ты моя, 12 дочерей, мало-мало меньше. Сам работать не в силах, жена тоже старуха старая, дети еще малые, а пить есть надобно. Что было добра, под старость все прожили, поить, кормить некому, куда деваться с малыми ребятами. И ты, барин, здесь. Что это ты тут проповедуешь? Все ли здоровы, Самсон Силыч? Что это ты, Яхонтовый, похудел словно, а лювечи какое напало? Простудился, должно быть. Либо геморрой, что ли, расходился. Ему Сысой Псович дальше-то было? После, матушка Аграфена Кондратьевна, после доскажу, как-нибудь на свободе в сумеречках забегу и расскажу. Ты что это, за святость взялся? Пора бы чувствоваться. Ну уж ты начнешь, не дашь по душе потолковать. По душе? И спроси-ка лучше, как у него из суда дело-то пропало. Вот эту историю он тебе лучше расскажет. А нет же, и не пропало. Вот и неправда, Самсон Силович. Ну за что ж тебя оттуда выгнали? А вот за что, матушка Аграфена Кондратьевна. Взял я одно дело из суда домой. Да дорогой с товарищем-то и завернули. Человек слаб. Ну, понимаете, с позволения сказать, хоть бы в погребок. Там я его оставил, да хмельной-то должно быть, и забыл. То со всяким может случиться. Потом, сударыня моя, в суде хватили с этого дела-то. Искали, искали я, и на дом-то с экзекутором два раза ездил. Нет, как нет. Хотели меня суду предать. А я тут и вспомнил, что, мол, я, должно быть, его в погребке забыл. Поехали с экзекутором, оно там и есть. Ну что ж, это не только что с пьющим, а и с непьющим такое бывает. Что ж за беда такая? А как же тебя в Камчатку-то не сослали? Уж и в Камчатку. А за что, позвольте вас спросить, в Камчатку за сослать? За что? За безобразие. Неужели ж вам потакать? Это вы с кругу сопьетесь.
А вот простили. Вот, матушка Аграфена Кондратьевна, хотели меня суду-то предать за это, за самое. Я сейчас к генералу нашему. Бух ему в ноги. Ваше, говорю, превосходительство. Не погубите, жена, говорю, дети маленькие. Ну, говорит, бог с тобой. Лежачего не бьют. Подавай, говорит, в отставку, чтобы я тебя здесь не видал. Так вот и простил. Я, матушка Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. Уж и на здоровье, батюшка. А мы с тобой пойдем-ка, Устинь Наумна. Чай, самовар готов. Да покажу я тебе, есть у нас кое-что новенького из приданого. У вас чай только вороха наготовлена бриллиантовая. Что ж делать? Материи новые вышли, а нам тут не стать. Купать-то не думается. Я хотела жемчужины в свой магазин. Вся вода в сад вырастет. А что, Сай Псович, чей ты с этим крючкотворством на своем веку много чернил извел? Самсон Силович, материал недорогой. А я вот забежал понаведаться, как ваши делишки. Забежал ты. Тебе больно знать надо. Вот тот вы все подлый народ такой, вот кровопийцы какие-то. Только вам понюхать что-нибудь эдакое, и вот тут уж и вьетесь с вашим дьявольским наущением. А какое же может произойти, Самсон Силович, от меня наущение? И что я за учитель такой, когда вы... Сами, может быть, в 10 раз меня умнее. Меня что сделаю, что попросят, я сделаю. Что ж не сделать? Я бы свинья был, когда бы не сделал, потому что я, можно сказать, облагодетельствован вами и с ребятишками. А я еще довольно глуп, чтобы вам советовать. Вы свое дело сами лучше всякого знаете. Сами знаете. Тут я, ну что наш брат-купец дурак, ничего он не знает. А вот таким пиявкам, как ты, это и на руку. Вот ты теперь все пороги у меня обобьешь, таскамся-то. Так а как же мне не таскаться? Кабы я вас не любил, я бы к вам и не таскался. Да знаю, что ты любишь, все вы нас любите, только вот путного от вас ничего не добьешься. Вот я теперь маюсь делом-то. Так извелся мнением только этим одним, что вот хоть бы уж поскорее-то с головы вон. Так что ж, Самсон Силович, не вы первый, не вы последний. Нечто другие не делают. Как не делать? Как делают, брат. Без стыда, без совести. На лежачих лесорах ездят. В трехэтажных домах живут. Иной такой себе бельведер с колоннами выведет, что ему с его образиной войти туда совестно. Там и капут, и взять с него нечего. Да еще тебе берет такого. Так вот, бедняков каких-нибудь в одной рубашке пустит по миру. А у меня-то кредиторы все люди богатые. Да что с ними станется? Так и известное дело. Так что ж, Самсон Силович, все это в наших руках. Я знаю, что в наших руках. Вот. Только сумеешь ли ты это дело обделать-то? Вы народец тоже, я уж вас знаю. На словах-то вы прытки, а то пошел блудить. Что вы, Самсон Силович, помилуйте. Нечто мне в первый раз уж еще этого-то не знать. Да такие ли я дела делал, да с рук сходило. Другого за такие штуки давно бы заслали, куда Макар телят не гонял. Ой, Лип. Ну так какую же ты механику подсмолишь? А там, глядя по обстоятельствам, я, Самсон Силович, рюмочку выпью. Вот первое дело, Самсон Силович, надо бы на дом да лавки заложить, либо продать. Это уж первое дело. Это уж точно надо сделать заблаговременно. Вот только на кого эту обузу спихнуть? Разве что на жену? Незаконно. Это, Самсон Силович, незаконно. Оно в законах изображено, что таковые продажи недействительны. Оно сделать-то недолго, да чтобы потом крючков не вышло. Уж делать-то, Самсон Силович, надо бы на прочней. Ну уж, чтоб потом оглядок не было. Как на чужого-то закрепишь, так и придраться не к чему. Пойди потом спорь против подлинных-то бумаг. Только вот в чем беда. Как закрепишь дом на чужого-то, а он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне. А уж вы, Самсон Силович, ищите такого человека, чтобы он совесть знал. Ну где ты найдешь нынче? Нынче каждый норовит, как тебя за ворот ухватить, а ты совести захотел. А я... Вот как мекаю, Самсон Силович, хотите вы меня слушаете, хотите нет. Каков человек у вас приказчик? Который? Лазарь, что ли? Да, Лазарь Елизарович.
на Лазаря, так пусть и на него. Он малый с понятием, да и капиталец есть. Так что ж, Самсон Силович, прикажете закладную или купчую? Ну, с чего процентов меньше, то и варгань. Как сделаешь все в аккурате, тебе, Сысой Псоич, такой магарыч поставлю, просто сказать угоришь. Уж будьте покойны, Самсон Силович, мы свое дело знаем. А вы Лазарю Елизаровичу говорили об этом деле или нет? Я, Самсон Силович, рюмочку выпью. Нет еще. Вот нынче и потолкуем. Вообще-то он парень дельный. Как дельце какое обделает, так и пальца не подсунешь. Ну, заложим мы дом. А потом что? А потом напишем реестрик, что вот, мол, так и так, по 25 копеек за рубль. Ну и ступайте по кредиторам. Кто больно заортачится, можно и прибавить. А другому сердитому и все заплатить. Вы ему заплатите, а он чтобы писал, что по сделке получил по 25 копеек за рубль. Ну так, для видимости, чтобы другим показать. Так вот, мол, и так. Ну и другие, глядя на них, согласятся. Точно. Поторговаться-то не мешает. Не возьмут по 25 копеек, так полтину возьмут. Полтину не возьмут, за 7 гривен обеими руками ухватятся. Все-таки барыш. Там что ни говори, у меня дочь невеста. Хоть сейчас из полы в полу да с двора долой. И самому, братец, отдохнуть пора. Проклажались бы мы лежа на боку и всю торговлю эту к черту, а? О, Лазарь идет. Ну, что скажешь, Лазарь? Ты из города, что ли? Как у вас там? Да, слава богу, идет все помаленьку. Сысой Псович, здравствуйте, батюшка Лазарь Изач. Ну, а идет, так и пусть идет. А вот ты, Лазарь, когда на досуге мне баланец, что ли, сделал? Это что это? Торгуем, торгуем, а пользы не на грош? Или сидельцы, что ли, грешат, таскают родным да полюбовницам? Ты бы их маленечко усовещивал. Что так, без барыша небо-то коптить? Сноровки, что ли, не знают? Пора б, кажется. Да как можно, Самсон Сил, чтоб сноровки не знать? Уж завсегда в городе бываешь и завсегда толкуешь им. Да что ты толкуешь-то? Ну, известно что, я говорю, вы, ребята, не зевайте. Видите, покупатель, что ли, тумак какой подвернулся, аль цвет с узором барышни понравился. Взял, да, говорю, и накинул лишний рубль аль два на аршин. Ты чей, брат, знаешь, как немцы-то в магазинах наших бар обирают? Ну, вы, положим, не немцы, христиане православные, а ведь тоже пироги-то с начинкой едим. Так ведь, а? И мерить-то, говорю, тоже надо поестественнее. Тяни да потягивай. Только чтобы Бог сохрани, как не лопнуло. Ведь не нам же, говорю, после носить. Ну, а если кто засмотрелся, так невелик грех. И через руку можно лишний раз аршин шмыгнуть. Да все единственно, ведь портной украдет. Украдет ведь, а? Украдет, Самсон Силович. Беспременно мошенник украдет. Уж я этих портных знаю. Да вот то-то и оно, что все они кругом мошенники. А на нас слава. Это точно. Это вы правду изволили сказать, Самсон Силович. А, плохи дела, Лазарь. Не прежние времена. Что, ведомость принес? Да, извольте поучитесь. Давайте посмотрим. Я, Самсон Силович, рюмочку выпью. Объявления казенные. Первое, второе, третье, пятое, шестое воспитательного дома. Это не по нашей части. Московского университета, губернских правлений. Это мимо. От городской шестигласной думы. Вот нотка с нет ли чего. От московской городской шестигласной думы сим объявляется, не пожелает ли кто взять в содержание, не наш дело. Контора вдовьего дома сим приглашает, пускай приглашает, а мы не пойдем. От сиротского суда у самих ни отца, ни матери. От она куда пошла. Ты слушай-ка, Лазарь, такого-то года... Сентября 12-го дня, по определению коммерческого суда, первой гильдии купец Федот Селиверстов-Плешков объявлен несостоятельным должником, вследствие чего, ну, что тут толковать, известно, что вследствие бывает. От тебе, Федот Селиверстович, каков был туз, а в трубу вылетел. А что, Лазарь, не должен ли он нам? Сахару для дома брали, пудов не как 30, не как 40. А, плохо делал Лазарь. Ну, да мне-то он сполна отдаст по-приятельски. Сумнительно-с. Сочтёмся как-нибудь. Московской
Первый гильдии купец Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником. За этим ничего нет. Масло постное в великом посту. Брали бочонка трис. Это не сухоядство, постники. И бог-то угодить на чужой счет норовит. Ты этому степенству-то не верь. Это такой народ, с одной рукой крестится, другой в чужую пазуху лезет. О, вот и третий. Московской. Второй гильдии купец. Ефрем Лукин Полуоршинников объявлен несостоятельным должником. Ну это как? Вексель есть. Протестован. Протестован сам-то скрывается. И четвертый тут, Самопалов. Вы что, не сговорились, что ли? Ах уж, такой расподлеющий народ. Ой, ой, ой. Их тут не пересчитаешь до завтрашнего числа. Возьми провод. Вот, вот, газету-то только пакостят. А на все купечество этакая мораль. Прощайте, Самсон Силович. Я теперь домой побегу. Делишки есть кое-какие. А ты, может, посидишь немножко? Нет, ей-богу, Самсон Силович, не время. Я лучше завтра пораньше зайду. Ну, как знаешь. Прощайте. Прощайте, Лазарь Изарч. Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля. Ты что думаешь, так вот даром и бери деньги? Как не деньги? Скажешь, видал, как лягушка прыгает? Так говорят, вексель. А что с него по этому векселю получишь? Вон у меня этих векселей заваляшних тысяч на сто и с протестами. Только и делай, что каждый год подкладывай. Хочешь за полтину серебра, все отдам. По ним ты должников чей собаками не сыщешь. Которые повымерли, которые поразбежались, некого и в яму посадить. Ты посадишь ты его, Лазарь, в яму, после сам не рад. Иного от дедова куревом не выкуришь, так обдержится. Ты, говорит, проваливай, а мне здесь хорошо. Так ли, Лазарь? Так уж это как водится. Все вексель да вексель. Ну что это такой его вексель? Это тьфу, вот, вот, бумага одна. Чувствуешь ты это, Лазарь? Так уж, кажется, должен же чувствовать. Вот, какова торговля-то. Тут и торгуй. Ну что, Лазарь, как ты думаешь? Так что ж, я, как вы, Самсон Силович, наше дело подначальное. Да что подначальное? Ты говори по душе, я тебя про дело спрашиваю. Так это как вам будет угодно. Да, ну, один, как вам угодно. Да ты-то как? Но это я не могу знать. Скажи мне, Лазарь, по совести, любишь ты меня? Любишь, что ли? Чего молчишь-то? Поил, кормил, в люди вывел, кажется. Ну, Самсон Сильевич, ну что ж об этом толковать-то? Ведь вот как есть весь тут. Да что из того, что ты есть там? Уж коли того, а либо что, останетесь довольны, себя не пожалею. Тогда и разговаривать не об чем. По мне, Лазарь, теперь самое настоящее время. Денег наличных у нас достаточно. Векселям всем сроки подошли. Чего ждать-то? Еще, пожалуй, дождешься, что какой-нибудь сукин сын, свой же брат-купец, обдерет тебя как липку, а там объявит сделку по гривне, зарубит, да и сидит в миллионах. И плевать-то на тебя не хочет. А ты честный-то купец. Сиди и хлопай глазами и казнись. Я и думаю предложить кредиторам-то такую статью. Не возьмут ли они у меня по 25 копеек за рубль? Как ты думаешь? А по мне, Самсон Силыч, коль платить по 25, так пристойнее оно совсем не платить. Ты очень храбрость нынче никого не удивишь. Лучше тихим манер дельца-то обделать. Там судьи, владыка на втором пришествии. Хлопот-то ведь только больно много.
Дом-то и лавки я на тебя заложу. Так нельзя без хлопот. Надо векселя сбыть за что-нибудь, товар перевезти куда подальше. Станем хлопотать. Так, только стареник я стал хлопотать-то. Ты помогать будешь. Сам Сансович, в вагоне в воду полезу. Кто лучше? Все стали так по грошкам-то наживать. Махну одним разом, да и шабаш. Только напусти Бог смелости. Спасибо тебе, Лазарь. Удружил. Как сделаешь все аккуратнее, мы с тобой барышами-то поделимся. Награжу на всю жизнь. Самсон Силович. Мне, Самсон Силович, а кроме вашего спокойствия ничего не надобно. Как жимши я у вас с малолетства. Можно сказать, мальчишкой взят, лавки подметать. Так ведь, кажется, должен же я чувствовать. Житье. Чуть свет тут, а ты полы мети. А мое ли дело полы-то мести? У нас все как не у людей. Вот других-то хозяев. Коль уж мальчишка, так и живет себе в мальчиках. Стало быть, при лавке присутствует. А у нас то туда, то сюда, то туда, то сюда. Цельный день и шаркаешь по мостовой, как угорелый. Скоро ли руку-то набьешь? Держи карман-то. Тут у других все-таки вольготность есть. Иным часом проштрафишься что-либо пошто. Так тебе по малолетству ты спускается. А у нас, коль не тот, так другой. Коль не сам, так сама вытрепку задаст. А то он приказчик Лазарь. А тут поминишно. А тут всякая шваль над тобой и командует. Вот она жизнь-то какая анафемская. Не, а чтобы это с приятелями в город урваться? Или в пристенок сразиться? И не думай лучше. Да. Да и в голове, по правде уж, не то. Ну, здрасте, Тихон Севастьянович. Как поживаете, Тихон Севастьянович? Как дела, Тишка? Тишка. Это ты? Что делаешь? Что? Известно что. Пыль стирал. Пыль стирал. Где ты на зеркале пыль нашел, а? Сломаешься. Сейчас заклею под затыльника, так будешь знать. А будешь знать. Было б за что. А за то, что за что. Вот пикни у меня, так узнаешь за что. Пикни. Я ведь хозяину скажу. Хозяину скажу. Что мне твой хозяин? Хозяин мне твой, я коли на то пошло. А то ты и мальчишка, чтоб тебя учить. Вас пострелять не бить, так добра не видать. Практика-то известная. Я, брат, и сам огни и воды и медные трубы прошел. Ну, знаем, что прошел. Тот шиц ты, Юлина! Да мне что не скажу, а вот ей-богу скажу. А что ты скажешь, ты чертова ты пешка? Скажу, да, то, что ловишься. Важное кушанье. Mm-hmm.
Поди, ткась. Сысой Псович был? Известно, был. Полком-то говори. Зайти, что ли, хотел? Ну, зайти хотел. Так ты сбегай на досуге. Рябиновки, что ли? Да, купи рябиновки, а сдачу возьми себе на пряники. Надо со своей Псовича попотчевать. Вот ты так проворней, да. Не хватились. Так я мигом так начну порхать живым манером. Вот она беда. Она где беда-то пришла на нас? Ну, плохо дело. Не миновать теперь несостоятельным объявиться. Положим, хозяину еще что-нибудь и останется. А мне-то что делать? Мне-то куда деться? В проходном ряду пылью торговать? Служил, служил лет 20, а теперь ступай на улицу мостовую грани. Это дело рассудить надо. Товаром, что ли? Вот векселя велел продать. Тут, я думаю, попользоваться будет можно. Вот, говорят, совесть надо знать. Да, совесть надо знать. Только в каком это смысле понимать надо? Против хорошего человека завсегда есть совесть. Если он сам других обманывает, против закона идет, чего мне его жалеть-то? А? Вышла линия, ну и не плашай. Он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Что ли бы я с ним сделал, да не приходится. Конечно. Олимпиада Самсонна, барышня образованная. Можно сказать, каких в свете нет. А ведь этот жених-то ее теперь че не возьмет. Жених скажет, денег дай. А денег где взять? И не быть-то ей теперь за благородные. А рано ли поздно ли за купца придется идти. А поднабравши-то деньжонок, да поклониться Самсон Силычу. Я, дескать, Самсон Силыч в таких летах, что должен подумать о продолжении потомства. Я для вашего семейства пота крови не жалел. А?
чем я не человек. Ни в чем не замечен. К старшим почтителен. Да как заложимши мне, Самсон Силыч, дом да лавки, так ведь и закладной можно пугнуть. А знавши-то характер Самсон Силыча, каков он есть, ведь это же очень может быть. Аль взойди ему в голову и разговаривать не смей. Сразу же под венец. Так ведь от этого удовольствия с колокольни Ивана Великого спрыгнуть можно. Вот он я пришел. А? Оставь на стол. Устинина Умна здесь, наверху, и старикулист пришел. Лодочку-то поставь, да и закусочку принеси. Наш вам-с. К вам, батюшка Лазарь Исаач, к вам, право. Думаю, мол, мало ли что, может, что и нужно. Это водочку у вас, я, Лазарь Исаач, рюмочку выпью. Что-то руки стали трястись по утрам. Особенно вот правая. А чего это у вас руки трясутся? От заботы, Лазарь Исаач. От заботы, батюшка. А я так думаю, от того, что народ больно грабите. За неправду Бог наказывает. Лазарь Исаач, где нам грабить? Делишки наши маленькие. Мы как птицы небесные, по зернышку клюем. Понятно. Вы по мелочам, значит? Так будешь и по мелочам. Как взять-то негде? Ну, еще несколько бы один. А то ведь же надо, четверо ребятиш. Все есть, просят голубчики. Тот говорит, тятенька дай, другой говорит, тятенька дай. Одного он в гимназию определил. Мундирчик надо, на то, другое. А домишка-то я вон где. Что сапогов одних истреплешь. Ходимши к Воскресенским воротам с бутырок-то. Да, это бывает. А зачем ходишь-то? Тому просьбишку изобразишь, того в мещане припишешь. Иной день и полтины серебром домой не принесешь. Ей-богу, не вру. Чем тут жить? Я, Лазарь Лизарович, рюмочку выпью. Mm-hmm. А я думаю, зайду, мол, я к Лазарю Лизаровичу. Не даст ли он мне деньжонок что-нибудь? Это за какие такие провинности? Как, за какие провинности? Вот уж грех, Лазарь Лизарович. Не, я вам не служу. Погроб готов служить, что хотите, заставьте. А закладную я вам выхлопотал. Так еще вам за это заплачено, и толковать-то об одном и том же не приходится. Это точно, заплачено, это точно, Лазарь Лизарович. Эх, Лазарь Лизарович, бедность-то меня одолела. Бедность одолела. Это бывает. А вот у нас лишний есть, девать некуда. Да что вы, Лазарь Исаач, неужто лишнее? Небось, шутите? А кроме всяких шуток. Ну, а коли лишнее, так отчего же бедному человеку не помочь? Вам Бог пошлет за это. А много ли вам надо? Дайте 3 целковеньких. А чего так мало? Ну, дайте 5. Да вы просите больше. Ну, коли милость будет, дайте 10. 10? Так, за даром? Как за даром? Заслужу, Лазарь Лизарович. Когда-нибудь сквитаемся. Нет. Это все букис. Это улита едет, а когда-то она будет. А мы с вами
Сейчас вот какую материю заведем. Сколько вам Самсон Силыч обещал за всю эту механику? Стыдно сказать, Лазарь Изарович. 1000 рублей, да шубу енотовую. Уж меньше меня никто не возьмет, хоть приценить, спойдите. Так вот, я вам дам 2000 за этот же самый предмет. Благодетель вы мой, Лазарь Лизарыч, в кабалу пойду с женой и детьми. 100 серебром теперь же, а остальные после, по окончанию этого происшествия. Вот как за этих людей Богу не молить, только какая-нибудь свинья необразованная может не чувствовать. Да я вам в ножке поклонюсь, Лазарь Лизарыч. Только, Сосой Псович, хвостом не вертеть туда и сюда, а ходи в аккурате. Попал на эту точку и вертись на этой линии. Понимаете? Как не понимать? Что вы, Лазарь Лизарыч, маленькая я, что ли? Пора понимать. Да что вы понимаете-то? Ну вот, приехали мы с Самсон Силычем в город. И эрестрик-то этот привезли. И пошел он по кредиторам. Тот не согласен, другой не согласен. Так никто таки и не идет на эту штуку. Вот она, статья-то какая. Да что вы, Лазарь Лизарыч, а? Вот поди ж ты. Вот народ-то, а? Вот народ. Так вот как бы нам теперь в этом деле не опростоволоситься. Понимаете вы меня или нет? То есть насчет несостоятельности? Нет, несостоятельность, само собой. Насчет моих-то делов. Это, то есть, дом до лавки, это дом-то. Что? Нет, это я так, по глупости, как будто для шутки, Лазарь Лизарыч. Что-то для шутки. А вы этим не шутите. У меня, может, в голове сейчас такая фантазия об этом предмете. Что мне надо с вами обширно потолковать? Уж пореши ты ее нужду, Стинь Наум. Ишь ведь, девка, ты измаялась совсем. Души время, матушка. Молчь, не бездонный горшок, да и тот, говорят, опоражнулся. Что ж томит-то ее понапрасно? Другие твои поры давно детей повывели. Сама все это разумею, Серебряная. Да не, что за мной дело стало? Мне женихов-то что борзых. Да ишь ты, разборчивы они очень с маменькой. Да что их разбирать-то, известное дело, чтоб люди были свежие, не плешивые, чтоб не пахло ничем. А там какого не возьми, все человек. Лиси, Серебряная. Измучился я нынче день-то деньской. С раннего утра точно отымалка какая мучится. А и променовать ничего нельзя. Везде стал быть необходимый человек. Отдувайся одна за всех, Устинья Наумовна. Точно, надо правду сказать, и нас не обходит за труды. Кто тебе материю на платье, кто тебе шаль с бахромой, кто тебе чепчик состряпает, а где и золотой, где и побольше переварится, известно. Что чего стоит, глядь по силе возможности. Да что говорит матушка, что говорит? Садись, Фоминишна, ноги старые, ломаные. И матушка, некогда, грех-то какой. Сам ты что-то из города не едет, все под страхом ходим, того и гляди, пьяный приедет. А уж благой-то какой, ведь зародился же этакой озорник. Известно дело, с богатым мужиком, что с чертом не скоро сообразишь. Уж мы от него страсти видали, вот на прошлой неделе ночью пьяный приехал. Развоевался так, что напади страсти, да и только посуду колотит, кричит. Такие вы эдаки убью сразу. Не образование. И то правда, матушка. Я, родная, наверх пойду, там у меня Аграфенка Кондратьевна одна. А ты как пойдешь домой, заверни ко мне, я тебе окорочок завяжу. Зайду, Серебряная, зайду! А, у
Устинья Наумовна! Сколько лет, сколько зим! Здравствуй, живая душа! Какого попрыгаешь? Да что нам делается? Нам зельку хай хочешь высватаю. Нет, покорно благодарим, нам пока не требуется. Сам серебряный не хочешь, приятелю дружу. Тебя чей знаком по городу, что собак? Да есть таки около того. Около есть, так и слава тебе, Господи. Чуть маломальский жених холостой, он не женат или вдовец ли какой, прямо и тащи ко мне. Так вы его и жените? Так и женю. А чего ж не женить, и не увидишь, как женю. Ну что ж, это дело хорошее. А вот я теперь что хочу спросить вас, Устинья Наумовна. Что это вы больно часто к нам повадились? А тебе что за печаль? Зачем бы я не ходила? Я не краденая какая, не овца без имени. Ты что за спрос? Да не напрасно ли ходите? Как напрасно? С чего это ты серебряный выдумал? Смотри, какого жениха нашла. Благородные крестьяне есть из себя, молодец. А зачем же дело встало? Ну, зачем не стало? Завтра хотел приехать обзнакомиться, а там обверти, да и вся недолга. Вот, обвертите, попробуйте. Ох, и задаст он вам копоти. Что ты? Здоров ли, Яхонтовый? А вот увидите. Да ты алмазный, либо пьян, либо вовсе с ума свихнул. Да нет, ничего я не свихнул, а мы-то знаем, что знаем. Что ж ты знаешь-то? Ну, мало ли что знаешь. Ну, коли что знаешь, так и нам скажи, авось язык-то не отвалится. Да, в том-то и сила, что сказать нельзя. А чего ж нельзя? Меня что ли совестишь с бриллиантами? Говори, ничего нужды нет. Да не об совести речь. Вам скажи, а вы разболтаете. А нафиг хочу быть, коли скажу, руку даю на отсечение. То-то же. Уговор лучше денег. Известно дело. Ну, что ж ты знаешь-то? А вот что. Нельзя ли как этому вашему жениху тепереча отказать? Да ты что, белины, что ли, объелся? Нет, ничего я не объелся. А если уж говорить по совести, то это вот какого рода дело. У меня есть один знакомый купец из русских. И они очень влюблены в Олимпиаду Самсонну. Что, говорит, не дать только б жениться? Ничего, говорит, не пожалею. Да что ж ты мне прежде-то алмазно не сказал? Ну, сказать-то было нечего, сам недавно узнал. Ну, теперь уж поздно, бриллиантов. Ой, Устинья Наумовна, я вам говорю, жених-то такой. Да он вас с ног до головы золотом обсыпет, из живых соболей шубу зашьет. Да, голубчик, нельзя. Рада бы я радостью, да я уж слово дала. Ну, смотрите, смотрите. А ведь за это высутаете, так ведь беды наживете, чтобы потом не расхлебаете. Ну, ты сам рассуди. С каким я рылом покажу Самсону-то силочу? Да говорил ты ему, стрекорба, что и богатый, и влюблен, ты и так, что жить не может. А теперь что скажу? Ты ведь сам знаешь, какого у вас чадочка Самсон Силыч, он не равен час и чепчика помнет. Да ничего не помню. Да и депу раздразнила, на дню два раза приезжает, что жених, да как жених. Устинья Наумовна, не бегайте от своего счастья. Хотите 2000 рублей и шубу соболью, только чтоб свадьбу эту расстроить? А за сватовство у нас с вами особый уговор будет. Я вам говорю, жених-то такой, что вы сроду и не видали. Вот одно. Происхождение неблагородного. А они-то разве благородные? То-то и беда, Яхонтовый. Нынче такое заведение пошло, что всякая тебе лапница в дворянство норовит. Вот хоть и были Олимпиады Самсонны. Конечно, дай ей бог доброго здоровья, жалует по-княжески. А происхождение-то, небось, хуже нашего. Отец-то, Самсон Силыч, голицами на балочку торговал. Добрые люди Самсошкою звали, подзатыльниками кормили. Да и матушка Аграфена Кондратьевна чуть-чуть не поневница из Преображенского взята. А как капитал нажили, да в купцы вылезли, так и дочка в принцессы норовит. А все это денежки. Вот я, чем хуже ее, а за ее же хвостом наблюдай. Воспитание тоже не бог знает, какого пишет, как слон брюхом ползает на фортепьяных аллеи по французскому. Тям-сям тоже и нет ничего. А танец-то отколоть, да я и сама пыль в нос пущу. Ну вот видите, за купцом-то и быть гораздо пристойнее. Как же мне с женихом-то быть серебряной? Его-то уж я больно увидела, что такая Олимпиада Самсонна красавица, что настоящий тебе портрет. И образованный, говорю, и по-французскому, и на разные манеры знает. Что же я ему теперь скажу? А вы и теперь скажите, что, мол, и образованные, и на разные манеры, и по-французскому, только, мол, деньгами они порастратились, так он и сам откажется. А что ты думаешь? Ты и правда бриллиантовый. Да нет, что ты? Как же?
Ведь я же ему сказал, что Самсон Силыч куры денег не клюет. То-то вот. Прытки вы очень рассказывать. А почем вы знаете, сколько у Самсона Силыча денег? Не, что вы считали? Так уж это кого не спроси. Всякий скажет, Самсон Силыч купец богатейший. Да? Много вы знаете. А что будет, как вы высватаете значительного человека, а Самсон Силыч-то денег не даст? А как значительный этот человек подаст в суд, потому как значительному человеку везде есть ход? Мы-то с Самсон Силычем попались. Да ведь и вам не уйти. Потому можно приданным обмануть нашего брата, с рук сойдет. А значительного человека попробуй-ка обмани. Так потом и не уйдешь. Уж полно тебе пугать-то меня, сбил с толку совсем. А вы, Устинья Наумовна, возьмите задаточку 100 серебром, да и по рукам. А? Так ты говоришь, Яхонтовой, 2000 рублей, да шубу с собой. А надемши шубу-то с соболью, да пройдетесь по гулянию. Ведь другой скажет, генеральша, как идешь. Ну что ты думаешь, да и самом деле, как надену с собою шубу, поприподрюсь, да руки-то в боки. Ваши братья бородастые рты разинете, разакуются так, что пожарной трубой не зальешь. Давай задаток, была не была. Усинина умна, а вы ровным счетом не робейте. Чего робить-то? Только смотри, 2000 рублей до соболья шуба. А в чем толковать? Из живых сошьем. Прощай, изумрудный. Я теперь побегу к жениху, а завтра увидимся, так я тебе все отлепортую. Полтин серебром это нынче Лазарь дал. Да на медне, как с колокольни упала Графенка Кондратьевна, гривенник дали. Да четвертак в Орлянку выиграл. Да третьёвость хозяин на прилавке Салковой забыла. Эваська, денег-то. Тишка! Тишка! Чего там еще? Дома, что ли, челазать? Был, да весь вышел. Да куда ж он делся? А я почем знаю? Не, что он меня спрашивает? Как бы спрашивал, тогда бы я знал. А что там у вас? Да ведь Самсон Силыч приехал, да никак хмельной. Попались. Тишка, голубчик, беги за Лазарем, беги скорей. Что, Фоминишна, матушка, куда он идет-то? Да никак, матушка, сюда. Ой, запру я двери, ей-бог запру, пускай его наверх идет. А ты, голубушка, здесь посиди. Эй, отоприте! Кто там? Поди, батюшка, поди усни, Христос с тобой. Да поди. Ты что, старая корга, белины объелась? Ах, голубчик ты мой, ах, я мымра слепая. Да ведь покажи мне, что ты хмельной приехал уж. Извини меня, глухо стал на старости лет. Стряпчий был? Стряпли, батюшка, щи солонины и... Да ты что, старая дура, с ума сошла, что ли? А ты что, рот разинул? А тебе дел нет? Говорили тебе, кажется? Стряпчий был? Был. Говорил с ним? Да что, Самсон Силыч, известно дело, чернильная душа. Одно ладит, объявиться несостоятельным. Ну, объявиться, так объявиться, один конец. Да что ж такое, Самсон Силыч, вы говорить изволите? А что? Деньги им заплатить? Да чего это ты взял? Да я лучше все огнем пожгу, а уж им ни копейки не дам. Закрывай лавки, перевози товар, пусть тащут, воруют, а я уже мне плательщик. Помилуйте, Самсон Силыч, заведение у нас было такое превосходное, а теперь должно все в расстройство прийти. А тебе что за дело? Не твое было. Ты знай, старайся, от меня забыть не будет. Да ничего мне не надо после вашего благодеяния. И напрасно вы такой сюжет обо мне имеете. Я
для вашего семейства пота крови не жалею, а не то, чтобы какой фальш сделать. Вы подвигаетесь к старости, а графена Кондратьевна дама изнеженная, Олимпиад Самсонна барышня образованная. Надо бы об ней заботливость приложить. А теперь такие обстоятельства, мало ли что, и всего этого может произойти. А что такое произойти может? Да я один в ответе. Да что об вас-то толковать, Самсон Силович? Вы отжили свой век. Слава богу, пожили. Олимпиад Самсонна, барышня, образованная. Это я, Самсон Силович, по совести говорю. То есть, как это все по моим чувствам. Жаль мне вашего семейства. Да полн, так ли? Нет, позвольте-с. Ну, положим, что все благополучно кончится. Хорошо. Останется чем Олимпиаду Самсонну пристроить. Ну и об этом толковать нечего. Были б деньги, а женихи найдутся. Ну а грех какой, сохрани Господи, как придерутся. Да начнут по судам таскать. Да на все семейство этакая мораль пойдет. Это я, Самсон Силович, к примеру говорю. То есть как это все по моим чувствам. Жаль мне вашего семейства. Ну а что же делать-то, брат? Видать, на то воля Божья, против нее не пойдешь. Нет, это точно. Но, а вот по моему глупому рассуждению, пристроить бы Олимпиаду Самсонну до поры до времени за хорошего человека. Но так, чтобы душа была у человека, тогда он будет чувствовать. А то он этот, который сватался за Олимпиаду Самсонну, благородный, а глобли назад поворотил. Да как так? Что ты такое выдумал? Я ничего не выдумал. Вы спросите Устинью Наумовну. Должно кое-что прослышал. Кто его знает? Да ну его! По моим делам теперь не такого нужно. Нет, вы... Вы, Самсон Силович, возьмите в рассуждение. Я посторонний человек, не родной. Но для вашего семейства я ни дня, ни ночи покою не знаю. А за него отдают барышню, красоту неописанную. Да еще деньги дают. А он ломается, доважничает. Есть ли в нем душа после этого? Да не хочет, не надо, не заплачет. Нет, вы, Самсон Силович, возьмите в рассуждение, есть ли в нем душа после этого, а? Ведь вы вот меня теперь хоть гоните, хоть бейте, а я вас не брошу, потому сердце у меня не такое. Так, а как же ты меня можешь бросить-то? У меня теперь только ведь и надежда, что ты... Сам я стар стал, дела подошли тесные. Ты подожди, я сейчас, может, такое дело сделаем, что ты не ожидаешь. Вот, другому, конечно, все равно. Другому трава не расти, а я не могу. Ведь я теперь че, хлопочу, а нет? А? Ну. Как черт какой убиваюсь я из-за вашего дела. А все почему? Жаль мне вашего семейства, вас, да нисколько вас, а графена Кондратьевна дама изнеженная, Олимпиада Самсонна, барышня, каких в свете нет. Неужто уж и в свете нет? Да уж ты, брат, не того ли? Чего? Я ничего. Да уж ты говори откровенно, брат. Влюблен ты, что ли, в Олимпиаду Самсонну? Вы что, Самсон Силович, шутить изволитесь? Да что за шутки? Я тебя без шуток спрашиваю. Помилуйте, Самсон Силович, смею ли я подумать? А чего тут не сметь-то? Что она, княжна, что ли, какая? Нет, ну, хотя не княжна, но как бывший вы моим благодетелем вместо отца родного. Да нет, нет, ну как же это можно? Нежели я не чувствую. Так ты, значит, ее не любишь? Да как можно не любить, Самсон Силыч? Ведь, кажется, больше всего на свете. Да нет, нет, ну как же это можно? Так ты бы так и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете. Да. Как можно не любить, Самсон Силович, ведь день думаю, ночь думаю. Да нет, нет, нельзя, 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 как же это можно? Чего нельзя, дура голова? Да ну, как знам же я вас, как отца родного, и Олимпиаду Самсону, и знам же, что я такое, ну куда же мне с суконным-то рылом?
Ты ничего не суконное. Рыло как рыло. Был бы ум в голове, а у тебя этого добра-то не занимать стать. Вот как же, Лазарь? Посватать тебе, что ли, Олимпиаду-то Самсонну? Красавицу-то неописанную. А может, Олимпиада Самсонна на меня и глядеть не захочет? Да эка важность. Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище. Хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю. Ты со мной-то толкуй. Нет, 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 не могу, Самсон Силыч, не хочу быть под лицом против вас. Как ты, братец, глупый. Не чтоб, коли я тебя не любил, стал бы так с тобой разговаривать. Но ты понимаешь, что я тебе счастливым на всю жизнь могу сделать? Всю жизнь могу тебе подарить. Да неужто я вас не люблю, Самсон Силыч? Да что же я за скотина-то такая? Ну, дочь, любишь? Изныла весь. Вся душа перевернулась. Ну, а если душа перевернулась, мы тебя поправим. Владей, Фаддей, нашей Маланьей. Тятенька, за что жалуете? И физиономия у меня совсем не такая. Да ну ее к черту, физиономия-то. Вот я все имение на тебя переведу, вот тогда кредитор-то и пожалеют, что по 25 копеек не взяли. Еще как пожалеют. Но ты, ужатка, приходи к невесте. Мы над ними шутку подшутим. Слушаюсь, тятенька. Смотри-ка, Самсон Силыч, полюбуйся, сударь ты мой, как я дочка-то вырядила. Вот прочь поди, словно роза пионовый. Ах ты, моя Ангелика царевна, хорунечек ты мой. Правда, что Самсон Силыч, только бы ей в карете шестерней ездить. Проедет ты парочкой, невеликого полета помещица. Ну, уж известно, не я наральская дочь, а все как есть. Красавица. Красавица, красавица. Да приголубь ребенка-то. Что как медведь бурчишь? Ну, как мне ее еще приголубливать-то? Ручки, что ли, лизать, в ножки кланяться. Эка и невидаль. Видали мы и понарядней. Да ты что видал-то? Так, что-нибудь? А это ведь дочь твоя, родная детища. Каменный ты человек. Ну и что, что родная? Что же ей еще-то? Что ты мне эти притчи-то толковываешь? Не в рамку же ее вделать. Понимаем, что отец. А коль ты, батюшка, отец, так не будь свекором. Пора, кажется, в чувство прийти. Расставаться скоро приходится, а ты и доброго слова не вымолвишь. Должен бы сказать на пользу что-нибудь такое житейское. Вот нет в тебе никакого родительского обычаю. Ну, а нет, так что же за беда? Значит, так Бог создал. Так Бог создал. А сам-то ты что? И она, кажется, создание божеское или нет? Не животное какое-нибудь, прости, Господи. Спроси ты ее что-нибудь. Ну что я за спрос? Гусь свинье не товарищ. Да делайте, как знаете. Да на деле-то мы тебя не спросим. Ты покедала-то вот. Человек приедет, чужой, посторонний. Все как не примеривай, мужчина, не женщина. В первый-то раз наедет, не видам, что ты его. Сказано, что отстань. Отец ты эдакой, а еще родной называешься. Ах, медведь, это моя добро,
Кстати, маменька, измяли совсем. Ну, так я на тебя издалеки посмотрю. Пожалуй, смотрите, да только не фантазируйте. Ты, маменька, нельзя одеться порядочно, вы тотчас и расчувствуетесь. Так, так, как посмотрю-то я на тебя, так ведь это жалости подобно. Ну, что ж, надо ведь когда-нибудь. А все-таки жалко, дурочка. Растили, растили, да и вырастили. И вдруг ни с того ни с сего в чужие люди отдаем. Как будто ты нам надоела, ты наскучила своим малым ребячеством и своим глупым малым поведением. Вот выживем тебя из дому, словно ворога из города. А там схватимся, да спохватимся, да и негде взять. Ох! Ох! Да не дай-то бог неровнюшка выйдется. Не ровен дурак навяжется. Ай, дурак какой, дурацкий сын! Вот вы вдруг и расплакались. Право, как не стыдно, маменька, что там за дурак? А так говорится, дитя, как к слову пришлось. Ох-о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 х
не знаешь? Ох, не знаю, батюшка, не знаю. Такой стих нашел. Вот тот что с дуру. Слезы-то у вас дешевые. Ох, дешевые, батюшка, дешевые. Сама знаешь, что дешевые. Да что ж делать-то? Ты, маменька, как вы вдруг полночи, ну вдруг приедет, что хорошего? Перестану, дитятка, сейчас перестану. Ох-о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 х
же вы тебя заждались? Ну что, Устинья Романовна, скоро приедет. Виновата, сейчас провалиться виновата. А дела-то наши серебряные не очень хороши. Как? Что такое за новости? Что ты там еще выдумала? А то бриллиантовое, что жених-то наш что-то мнет. Ха, ну и сваха. Где тебе сосвата? Уперся, как лошадь, не трунину, слова от него путного не добьешься. Да что же это он там спустя рукава-то сентиментальничает? Право уж тошно смотреть, как все это продолжается. В самом деле, что он ломает? Что, мы хуже его, что ли? Лягушка его заклюет. Не, что мы другого не найдем. Ну уж ты другого-то не ищи, а то опять тоже будет. Уж другого-то я вам сам найду. Найдешь на печи-то сидя. Ты уж, кажется, и забыл, что у тебя и дочь-то есть. А вот увидим. Ну что увидать-то? И увидать-то нечего. Да не говори ты мне, пожалуйста. Расслаби ты меня. Ишь ты, как вырядилась-то. Платье-то тебе какое авантажное. Уж не совальцами стерила. Это ужасно нужно самой. Что мы, нищи, по-твоему? А мадама-то на что? Душа нищая. Да кто ж тебе говорит такие глупости? Вот рассуждает об хозяйстве, не совать, дескать, шила. А то, известно дело, и платье твое дрянь. Ты что, никак с ума сошла? Да где у тебя глаза-то? С чего это ты конфузить вздумала? Да что ты так разъярепенилась? Вот такая же стану я терпеть такую напрасину. Да что я, девчонка, что я, какая необразованная? Ты что? Что это ты за наша лыткой каприста? Да разве я хулю твое платье? Чем мне платье? Всяко скажет платье. Да тебе-то оно не годится. По красоте твоей тебе совсем не такое надо. Да исчезнет душа коленку. Тебе золотого мало, подавай нам шито жемчугом. Ну вот, улыбнулась изумрудно. Я и знаю, что я говорю. Сысой Псоч приказали спросить, можно ли им, дескать, зайти. Они... Там-то у Лазаря Елизарча. Пошел. Зови его сюда и с Лазарем. Что ж, не даром же закусочка-то приготовлена. Вот и закусим. А тебе чаю, Стинь, на ум, давно водочки хочется. Известное дело, адмиральский час – самое настоящее время. Что, Самсон Сирович, трогайся с места-то. Что так-то сидеть? А вот те подойдут, еще успеешь. Я, маменька, пойду раздену. Поди, дети-то, поди. Погоди, раздеваться-то. Жених приедет. Какой там еще жених? Полно дурачиться-то. Погоди, Липа, жених приедет. А кто же ты, тятенька? Знаю я его или нет? А вот увидишь, так может и узнаешь.
Что ты его слушаешь? Какой там еще шут приедет? Так язык чешет. Говорят тебе, что приедет, так я уж, стал быть, знаю, что говорю. А коль кто приедет, так ты путем говорил. А то приедет, приедет, а бог знает, кто приедет. Всегда так. Ну так я, маменька, останусь. Тятенька. Ну чего тебе? Стыдно сказать, тятенька. Что за стыд, дурочка? Говори, коль что нужно. Дым глаза не вылез. Нет, ей-богу, стыдно. Ну, закройся, коли стыдно. Шляпку, что ли, новенькую хочется? А вот и не угадали, вовсе не шляпку. Ну, чего ж тебе? Выйти замуж за военного. Кить, что вывезла. Ах, здесь беспутный Христос с тобой. Ну, и другие выходят же. Ну, и пусть их выходят. А ты сиди у моря и жди погодки. Здравствуйте, батюшка Самсон Силыч. Здравствуйте, матушка Аграфенка Кондратьевна. Олимпиада Самсоновна, здравствуйте. Здравствуй, братец, здравствуй. Садиться, милости просим. Садись, и ты, Лазарь. Закусить не угодно ли? А у меня и закусочка приготовлена. Так, а чего же, матушка, не закусить? Я бы теперь рюмочку выпил. А вот сейчас пойдем все вместе. А теперь вот побеседуем, маненько. А чего ж и не побеседовать? Вот золотые мои, слышала я, будто в газете напечатано. Правда, нет ли, что другой Бонапарт народился? Ну, Бонапарт Бонапартом. А мы пусть всего надеемся на милосердие Божие. Да не об этом теперь речь. Так об чем же, Яхонтовой? Об том. Что лета наши подвигаются преклонные, здоровье тоже ежеминутное прерывается, и один Создатель только ведает, что будет вперед. То и порешили мы, еще при жизни своей отдать в замужество единственную дочь нашу и в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не остромит нашего капиталу и происхождения. А равномерно перед другими прочими. Ишь, ведь как сладко рассказывает Бриллиантовый. А так как? Дочь наша теперь чтут на лицо. И при всем том, будучи уверены в честном поведении и достаточности нашего будущего зятя, что для нас очень начувствительно в рассуждении божеского благословения, то и назначаем его теперь во всеобщем лицезрении. Лип, поди сюда. Что вам, тятенька, угодно? Поди сюда, не укушу, небось. Теперь и ты, Лазарь. Ползи. Всегда готов. Ну, либо давай руку. Как? Что это за вздор? С чего это вы выдумали? Уже как силой возьму. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Господи, что же это такое? Не хочу, не хочу. Не пойду я за такого противного. Тятенька, не видать мне счастья на этом свете. Видно, не бывать по вашему желанию. Как же это не бывать, коли я того хочу? А что ж, я и отец, коли не приказывать. Даром, что ли, я ее кормил? Что ты, опомнись. Знай, сверчок свой шесток. Не твое дело! Ну, либо вот тебе жених.
Прошу любить да жаловать. Садитесь редком, да потолкуйте лотком, а там честным перком да за свадебку. Как же? Нужно мне очень с неучим сидеть. Вот оказия. А не сядешь, так насильно посажу и заставлю жеманиться. Где это видано, чтобы воспитанные барышни выходили за своих работников? Молчи лучше! Велю, так и за дворника выйдешь. Вразуми, Аграфена Кондратьевна, что за беда такая? Сама родная затмилась, ровно чулан какой, и понять не могу, откуда это такое взялось. Седьмой десяток живу, столько свадьб праздновала, а такой скверности не видывала. Да за что же это вы, душегубы, девку-то опозорили? Да, очень мне нужно слушать вашу фанаберию. Захотел выдать дочь за приказчика и поставлю на своем. И разговаривать не смей. Я и знать-то никого не хочу. Ну вот теперь закусить пойдемте. Они пусть маленько поболясничают. Может, как поладят. Пойдемте, Самсон Силыч, я с вами для компании рюмочку выпью. А это уж первый док Аграфена Кондратьевна, чтобы дети слушались родителей. Это уж не нами заведено, не нами и кончится. Что же ты, маменька, такое? Что я им кухарка, что ли, достала? Маменька, маменька, вам зятя, который бы вас уважал, а значит, старость вашу покоил, а кроме меня не найти. А да как же это ты, батюшка? Да, пойди сюда. Маменька, в меня Бог вселил это намерение. Батюшка, да как же быть-то? Жена! Маменька, вы вспомните то слово, что я сказал? Сейчас, сейчас, батюшка. Олимпиада Самсон. Олимпиада Самсонна. Но я вижу, вы мною гнушаетесь. Ну, скажите хоть одно слово. Позвольте ручку поцеловать. Вы дурак необразованный. За что, Олимпиада Самсонна, обижать изволитесь? Я вам раз и навсегда скажу, что не пойду. Я за вас не пойду. Конечно, насильно мил не будешь. Но я вам вот что доложу. Я вас и слушать не хочу. Отстаньте от меня. Кабы вы были учтивый кавалер, вы видите, что я ни за какие сокровища не хочу за вас идти. Так вы бы должны отказаться. Хорошо, откажусь я. А что дальше будет? А то и будет, что я выйду за благородного. За благородного? Благородный бесприданного не возьмет. Как-то бесприданного. Что это вы городите-то? Посмотрите-ка, какой у меня приданный. Это в нос бросится. Тряпкис! Благородный тряпок-то не возьмет. Благородному деньги нужны. Ну что ж, тятенька и денег даст. Даст. А как дать-то нечего. Вы тятенькиных-то дел не знаете, а я-то их очень хорошо знаю. Тятенька-то ваш банкрутс. Банкрут. А дом-то? А лавки? Дом-то и лавки мои. Ваши. Подите вы. Что, у меня дурачить собрались? Глупее себя нашли. А вот у нас и документы есть законные. Так вы что, купили у тятеньки? Купил. Где же вы денег взяли? Денег? О, денег. Денег у нас побольше, чем у всякого благородного. Что же-то они со мной делают-то? Воспитывали, воспитывали. А теперь и обанкрутились. Ну, положим, Олимпиад Самсонна, что выйдете вы за благородного. Так ведь это, что слава, что барыня, а приятности никакой. Нынче барни-то и на рынок пешком ходят, а если выйдут, так слава, что четвернёй, а хуже одной купеческой. А, Олимпиад Самсонна, а ежели за меня выйдете, да, так вот первое слово, вы и дома-то в шелковых платьях будете ходить. А в отношении там
в гости там, а ли в театр. Так окромя бархатных и надевать-то не станем. В отношении шляпок или салопов не будем глядеть ни на какие дворянские приличия, а наденем, которые почуднее. Лошадей заведем орловских, а? Олимпиада Самсоновна, ежели вы насчет физиономии сомневаетесь, так мы фрак можем надеть и бороду острижем, или побреем по моде, это как прикажете, нам все равно. Все вы так говорите перед свадьбой, а там и обманете. Анафема хочу быть, если лгу, Олимпиада Самсонна. Да мы нежели в этаком доме-то жить будем. Да мы в каретном еду купим. На потолках-то это разных птиц нарисуем. Сиренов там, капидонов разных. Поглядеть-то будут деньги давать. Мальчуш, капидонов-то не рисуют. Так мы букетами пустим, а? Олимпиада Самсонна, было бы только с вашей стороны согласие. А, какой я несчастный человек, что я не умею никаких комплиментов говорить. А для чего, Лазарь Елизарыч, вы по-французски не говорите? А для того, что нам не для чего. А, Олимпиада Самсонна, не погубите. Но прикажите на колени встать. Встаньте. Вот у вас какая жилетка скверная. От я Тишке подарю, а себе на Кузнецком мосту закажу. Только не погубите, Олимпиад Самсонна. Дайте подумать. А что думать-то? Ну, а как же можно не думать? Да вы не думавши. А знаете что, Лазарь Елизарыч? Чего извольтесь? Увезите меня потихоньку. Да чё ж, потихоньку, когда тятенька с маменькой согласны. Ну да так делают. Ну, а коль не хотите увезти, так уж, пожалуй, и так. Позвольте ручку поцеловать. Тятенька! Лазарь Елизарыч, Лазарь Елизарыч, пойдите сюда. Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житье здесь. У маменьки 7 пятниц на неделе. Тятенька как не пьян, так молчит. А как пьян, так прибьет того и гляди. Каково это терпеть, образованной барышне? Вот кабы я вышла замуж за благородного, так я бы уехала из дому и забыла бы обо всем об этом. А что ж, теперь все пойдет по-старому? Нет, Олимпиада Самсонна, не будет этого. Мы как свадьбу-то сыграем, Олимпиада Самсонна, мы в свой дом переедем, а мы им там командовать-то не дадим. Хватит, почудили на своем веку, теперь нам пора. Ну так смотрите, Лазарь Елизарыч, мы будем жить сами по себе, а они сами по себе. Мы заведем все по моде, а они как хотят. Уж это как водится. Ну а вот теперь зовите тятеньку. Тятенька! Маменька, Олимпиада Самсонна согласна. Батюшки, бегу. Маменька, позвольте ручку поцеловать. Поцелуй, батюшка, обе чистые. Ах ты, дитятка. А как же так дальше-то? А я уж и не знал, как это дело и рассудить. Ах, ненаглядная ты моя. Я совсем, маменька, не воображала, что Лазарь Елизарыч такой учтивый кавалер. А теперь вдруг вижу, что он гораздо почтительнее других. Вот тот же, дурочка, уж отец тебе худ не пожелает. Ах ты, голубушка моя, эх, ведь притч-то. Матушки вы мои, Фоминишна, Фоминишна. Бегу, матушка, бегу. Да постой ты, Таранта. Ну вот вы теперь садитесь рядом, а мы на вас полюбуемся. Да принеси-ка нам бутылочку шипучки. Поздравь жениха с невестой, Устинь Наумовна. Вот Бог привел на старости лет. Дуже ли да радость? Ну чем же поздравить-то вас, изумрудная сухая ложка, рот дерет. А вот мы тебе горлышко-то промочим. Вот это дело другого рода. Ну, дай вам Бог жить да молодеть, толстеть да богатеть. Горько бриллиантовые. Погоди, дай-ка я поздравлю. Ну, живите, как знаете, свой разум есть. А чтобы вам жить-то не было скучно, так вот тебе, Лазарь,
Дом-то и лавки пойдут вместо приданого. Да из наличного отсчитаем. Помилуйте, дяденька, мы и так премного вами довольны. Да что тут миловать-то? Свое добро сам нажил. Кому хочу, тому даю. Что тут разговаривать-то? На милость суда нет. Бери все. Так вот нас со старухой корми, да кредитором заплати копеек по 10. Да помилуйте, тятенька, первый долг. Что тут говорить-то? Заплати только кредитором. Заплатишь? Ну, конечно, тятенька, помилуйте. Ну, сочтемся как-нибудь, свои люди. Так ты им много не давай. Да тебе и рад с дурой им все отдать. Сочтемся, тятенька, свои люди. Вот тот же, ты им больше 10 копеек не давай. Будет с них. Ну, целуйтесь. Ах, голубчики вы мои, да что же такое? Вот слово как малоумная. Уж где же это видано? Уж где же это слыхано? Чтобы курочка бычка родила, красавчичка. Сизой Псович, выпей на радости. Не могу, не могу, Самсон Силович, претит. Я полностью выпей на радость. Что туда ж ломается? Претит, претит, Самсон Силович. Ей-богу, вот водочки я выпью, а это натура не принимает. Уж такая слабая комплекция. Ах ты, проволочная шея, видишь ты, у него натура не принимает. Да давайте я его за шиворот вылью, или не выпью. Неприлично, Стивна Умна, да, мне это неприлично, Самсон Силович, не могу. Ну разве бы я стал отказываться? Как ты? Самсон Силович, а вы бесчинство не допускайте. Обидеть человека недолго, а не хорошо. Да хорошенько, Стивна Умна, хорошенько. Ишь ты, как пригнато-то. В самый раз. А что, Тишка? Похож я на француза. А? Да ты издали погляди. Две капли воды. То-то дурак. Вот и знай наших. От Олимпиад Самсонна. А вы хотели из-за благородного идти. А чем мы не молодцы? А? От сюртучок новенький. Взяли, да и надели. Да вы, Лазарь Елизарович, танцевать не умеете. Ай, не, что мы не выучимся. Да важнейшим манерам зимой в купеческое собрание ездить будем. Польку станем танцевать. Уж, Лазарь Елизарович, вы купите ту коляску-то, которую смотрели у Арбатского. Надо купить. Надо. А мне новую мантелью принесли. Вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники. Непременно поедем. А как же лошади 1000 целковых, коляска 1000 целковых, сбруя накладного серебра. Пущай их смотрят. Тишка! Трубку! А что это вы, Лазарь Елизарович, меня не поцелуете? С нашим удовольствием. Позвольте ей ручку поцеловать.
ад. Она у нас жена-то какая. Олимпиада Самсоновна, скажите мне что-нибудь на французском диалекте. Что же вам сказать? Ну, что-нибудь. Какой-нибудь малость, мне все равно. Комбузет Жоли. А что это такое? Как вы милы. А то она у нас жена-то какая. Позвольте ручку поцеловать. Настенья Наумовна пришла. Какой я черт принес? Как живете, можете, бриллиантовы? Вашими молитвами, Устинья Наумовна, вашими молитвами. Что-то как будто похорошело, поприпухло. Ах, какой ты вздор городишь, Устинья Наумовна. Ну, с чего это ты взяла? Что за вздор, золотая? В тому дело идет. А что же это вы позабыли меня совсем, бриллиантовый? Да как можно забыть? А вы еще оглядеться не успели, все чай друг на друга любуетесь, да миндальничать. Есть тот грех, Устинья Наумовна, есть тот грех. Вот уже, какую я тебе сударшку подздобила. Премного довольны. Еще б не доволен, золотой, чего ж тебе? Вы чай все теперь об нарядах хлопочете. Много еще модно на проказина. Не так, чтобы много, да и то больше от того, что материи новые вышли. Известно дело, жемчужный, нельзя ж комиссару без штанов, хоть худенькие да голубенькие. А какие же больше настряпало, шерстяных или шелковых? Разных, и шерстяных, и шелковых. Да вот недавно креповая с золотом шила. Сколько же всего-то на всего у тебя изумрудная? А вот считай, подвенечная блондовая на атласном чехле, да три бархатных. Это будет 4. 2 газовых. Да креповая, шитая золотом. Это 7. 3 атласных, да 3 грагроновых. Это 13. Градофриковых, да граденаплевых 7. Это 20. Ишь ты, бог с тобой, сколько наградила. А ты поди-ка выбери, какой пошире мне из градофриковых. Градофрикового не дам. У самой только 3. Да мной не сойдется на твою талию-то. Вот, коли хочешь, бери крепрошелевые. Куда мне твою крепрошелевую-то? Ну уж, видно, нечего с тобой делать. Помирюсь и на атласном, так и быть. И атласный тоже не того. Шит по-бальному. Открыто очень, понимаешь? А из крепрошелевых найдем тебе капот, распустим складочки и будет самую припорцию. Ну, давай, трепрошельч-то. Твое взяло, бриллиантово. Пойди, открываешь кап. Подожди немного. Подожду, золотая, подожду. Мне вот еще с твоим супругом поговорить надо. Что ж это ты, бриллиантовый? Никак совсем забыл свое обещание? Да как можно забыть? Помним, помним. Это что такое, алмазный? 100 целковых. Как так, 100 целковых? Да ты мне 1500 обещал. Чего? Ты мне 1500 обещал! Не жирно ли будет? Не равно облопаетесь. Да что ж ты, курицын сын? Шутить, что ли, со мной вздумал? Я, брат, и сама дама разухабистая. Да что за шутки? За что вам давать? Диви бы за дело за какое. Вот дело ли за безделье, давай, ты сам обещал. Обещал. Я вам обещал, коли женюсь на Олимпиаде Самсоновне, с колокольни Ивана Великого спрыгнуть. Что ж мне и прыгать? Так что ж ты думаешь, я на тебя сюда, что ли, не дойду? Велико важно, что ты купец второй гильдии. Я и сама какая ни на есть все-таки чиновница. А хоть бы и генеральша, я вас знать-то не хочу. Вот и весь разговор. А ну врешь, не весь. Ты мне еще соболий солоб обещал. Чего? Соболий солоб. Что ты, что ли? Соболий солоб. Да, соболий. Что ты смеешься, что горло-то пялишь? Ай, да вы рылом-то не вышли в соболих солопах-то ходить. Так что ж это в самом деле? Вы меня ограбить, что ли, хотите? На самом деле, что за грабеж? Оступай весь разговор. Уж и гнать меня стал. Да ее-то дура бестолковая с кем связалась. Сразу видно, мещанская-то кровь. Так скажите, пожалуйста. Так или так?
Я и смотреть на вас не хочу. Ни за какие сокровища водиться с вами не соглашусь. Кругом обегу 30 верст, а мимо вас не пойду. Скорей зашмурзу на лошадь, так уж чем стану глядеть на ваше логовище. Плюнуть захочется, так и то вашу улицу не заверну. Лопнуть на 10 частей по лилгу, провалиться в тартарары, коли меня здесь увидите. Так, так, вы, тетенька, легонечко. А то мы можем и за квартальным послать. Ну уж, золотые, я вас распечатаю. Будете знать. И я так по Москве-то вас расславлю, что стыдно будет в люди глаза показать. Ах, я дура, дура. С кем связалась? К даме-то, с чином-то, званием-то. Ух ты, ишь ты. Расходилась мне дворянская-то кровь. А? Смотри, ты. Вот действительно, пословица-то. Говорит, что гром гремит не из тучи, а из навозной кучи. Смотри, ты, дама какая! И охота вам была с ней связываться, Лазарь Елизарович. Поймите же, это же совершенно несообразная женщина. Не как тятеньку из ямы выпустили. Посмотрите-ка, Лазарь Елизарович. Ну нет, тятеньку не скоро выпустят. Должно его в конкурс выписали. Вот он и отпросился. Маменька! Тятенька идут. Самсон Силович, золотой ты мой, оставил ты меня сиротой на старости лет. Полно, полно, жена, перестань. Здравствуйте, тятенька, наше почтение. Что это вы, маменька, точно по покойнике плачете? Не бог знает, что случилось. Оно точно, дочка, не бог знает, что. Все-таки отец твой в ямке сидит. Ну что ж, тятенька, сидят и лучше нас с вами. Сидят, сидят. Да каково сидеть-то? Каково по улице солдатам идти? Ведь меня 40 лет все в городе знали, 40 лет все в пояс кланялись. Теперь мальчишки пальцами показывают. Батюшка, Самсон Силович, золотой ты мой. И лица-то на тебе нет, словно ты с того света выходишь. Эй, тятенька... Все перемелится, мука будет. Ну, что кредиторы-то говорят? Да что? На сделку согласны. Угу. Че говорят, тянуть, еще возьмешь с тебя, что ли, нет? А ты, говорит, хоть что-нибудь чистыми дай, да и бог с тобой. Ну, надо дать, как же не дать? А много ли просят? Просят 25 копеек. О, это много, тятенька. Да я и сам, брат, знаю, что много. Угу. Да что ж делать-то, меньше не берут. Они хотят, они 10 копеечек-то, а? Вот как было бы, ладно. Я и сам-то говорил, слышать не хотят. Да, они хотят, они 8 копеек в 5 лет. Что ж делать-то, Лазарь, придется и 25 дать. Ведь мы прежде сами так предлагали. Да как же, тятенька, вы ж сами изволили говорить, больше 10 копеечек не давать. Ведь по 25 копеек денег много, а? Да не угодно ли закусить, а? Маменька, водочки подайте, самоварчик поставьте, и мы за компанию выпьем. Сейчас, батюшка, сейчас. А по 25 копеек денег много. Да что ты мне толкуешь-то? Я и сам знаю, что много. Что ж делать-то? Вот потомят в яме года полтора, да будут каждый день по улицам солдатам водить, а там того, гляди, во строк поместят. Рад будешь полтину отдать, от одного страмут не знаешь, куда спрятаться. Кушай, батюшка, кушай, Самсон Силыч. Чай тебя там голодом заморили. Кушайте, тятенька, кушайте, чем Бог послал. Спасибо, Лазарь, спасибо, ты вот пей-ка сам. Спасибо. Ваше здоровье. Маменька, не угодно ли сделать одолжение? Да, да уж, да того ли мне теперь. Ведь и эдакую
божеское попущение. Ах ты, Господи, Боже мой, ах ты, голубчик. Ой, маменька, Бог милостив, ну, ну отделаемся, не вдруг. Да дай ты, Господи, а то уж я на него, глядь, вся измаялась. Ну, ты как же, Лазарь? 10 копеечек, извольте, дам, как говорили. А 15-й откуда возьму? Не из рогожи ж мне их шить. Не могу, тятенька, видит Бог, не могу. Что ты, Лазарь, что ты? Куда ж ты деньги-то дел? Да, вы извольте рассудить, тятенька. Я вот торговлей завожусь, домишко отделал. Да вы кушайте, ну кушайте, тять, маменька, ну попочуйте тятеньку-то. Кушай, батюшка Самсон Силыч, кушай, я тебе он шепнулся. Выручайте, дедушки. Выручайте. Вот вы, тятенька, извольте говорить, куда я деньги дел. А как же, рассудите сами. Без капитала нельзя, взяться нечем. Вот домик купил, заведенница домашняя, лошадок, то, другое. Рассудите сами, и об детях подумать надо. Что ж, тятенька, нельзя же нам самим ни при чем остаться. Ведь мы не мещане какие-нибудь. Вы, тятенька, извольте рассудить, без капиталу немного наторгуешь. Я у вас, тятенька, до 20 лет жила, свету не видала. Что ж прикажете вам отдать деньги, а самой опять в ситцевых платьях ходить? Что вы, опомнитесь. Я же у вас не милостыню прошу, а свое ж добро. Да люди ли вы? Известное дело, тятенька, люди, не звери же. Лазарь, а ты вспомни, что я тебе все отдал. Все дочисто. Сам вот видишь, в чем остался. Ну как же... Как же, Лазарь, я ж тебя мальчишкой в дом взял, подлец ты бесчувственный. Поил, кормил вместо отца родного, в люди вывел. А видел ли я от тебя благодарность какую? Видел ли, а? Ты вспомни, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку нечист. А разве я тебя прогнал? Разве я тебя ославил, как скота какого на весь город? Я тебя сделал главным приказчиком. Я тебе все свое состояние отдал. Да тебе ж, Лазарь, я и дочь-то свою отдал своими руками. А не случись со мной такого попущения, ты бы глядеть-то на нее не смей. Ну, помилуйте, тятенька, я это очень хорошо чувствую. Да чувствуешь ты! Ты бы должен был все отдать. Как я вот в одной рубашке остаться, только бы выручить своего благодетеля. Да не прошу я этого. Ты вот заплати только теперь, что кредиторам-то причитается. Ну а чего ж не заплатить-то? Ну просят цену, которую совсем не сообразную. Да разве я прошу? Я из-за каждой вашей копейки просил, просил, в ноги кланялся. Ну что ж делать-то? Ну не хотят уступить ничего. Мы вам, тятенька, сказали, что больше 10 копеек дать не можем, и толковать об этом нечего. Да уж ты скажи, дочка, иди кнул ты, старый черт, в яму. А в яму востроки вот старого дурака. И за дело. Не гони за большим. Будь доволен тем, что есть. А вот за большим ты погонишься, и оберут тебя дочисто. Последнее отымут. И придется тебе бежать на каменный мост, да бросаться в Москва-реку. Я тебя вот за язык вытащит, да вострок посадит. Подумайте, каково мне теперь в яму-то идти? Что ж мне, зажмуриться, что ли? Мне Ильинг-то за 100 верст покажется. Подумайте, каково мне по Ильинке-то идти? Там, мимо Иверской... Как взглянуть-то мне на нее, матушку? Знаешь, Лазарь, ведь Иуда тоже Христа за деньги продал, как мы его совесть за деньги продаем, а что ему за это было? А там присутственные места, уголовная палата,
я злостный, умышленный. Меня в Сибирь сошлют. Господи. Коли так не дадите денег, дайте Христа ради. Полно, 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 тятенька, ну Бог милости, все в наших руках. Денег надо, Лазарь, денег! Либо денег, либо в Сибирь! И денег дадим, только бы отвязались. Я, так и быть, еще 5 копеечек прибавлю. Эти года, есть ли у вас христианство? 25 копеек надо, Лазарь! Не могу, тятенька, видит Бог, не могу. Змеи вы подколодные. Варвар ты, варвар. Разбойник ты, эдакий разбойник. Нет тебе моего благословения. И сдохнешь, ведь и с деньгами ты сдохнешь, не доживя веку, разбойник. Полно, полно, полно. Маменька, Бог так не видит. Ну что вы клянете нас? Не разобрам же это дело. Вы видите, тятенька захмелел. А вы уже напади. Вы уж, маменька, молчали бы лучше, а то вы рады проклясть в преисподнюю. Знаю я, вас на это хватит. Сама. Зато вам и должно быть и других-то детей Бог не дал. Сама ты молчи, беспутная. И одну-то тебя мне Бог в наказание. У вас все беспутные. Вы одни хороши. На себя-то посмотрели. Бы. Только что понедельничаете, а то и дня не пройдет, чтобы не облаять кого-нибудь. Ишь ты, ахаха, да я прокляну тебя на всех соборах. Проклинайте, пожалуй. Да, вот как, умрешь, не сгниешь, да. Очень нужно. Ну, прощай, дети. Так что ж, тятенька, посидите, надо же как-то кончить это дело. Да что кончать-то? Я уж так вижу, что дело-то кончено. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Ты уж не плати за меня ничего. Пусть что хотят, то и делают. Прощайте, пора мне. Прощайте, тяденька. Прощай, жена. Прощай, батюшка. Самсон Сидорович. Когда к вам в яму отпущают? Не знаю. Ну, так я наведаюсь. А то ты умрешь, не видам уж ты тебя. Прощай. Дочка, прощайте, Олимпиада Самсонна. Ну вот вы теперь заживете богато, по-барски, по гуляниям, это по балам, дьявола тешить. А не забудьте вы, Олимпиада Самсонна, то есть клетки с железными решетками. Сидят в них бедные заключенные. Не забудьте нас, бедных заключенных. Эх, Олимпиада Самсонна. Неловко. Жаль тятеньку. Может, поехать самому поторговаться с кредиторами? А? А не ехать? Сам-то он их лучше разжалобит. Аль поехать? А? Поеду! Тишка! Делайте, как хотите, ваше дело. Подай сюртук, которого хуже нет. А то подумают, что богат. В те поры не сговоришься. Лазарь Елизарович, батюшка, здравствуйте. А зачем бы этого к нам пожаловали, не слыхать ли? Какой вы шутник.
Известное дело, зачем. Но вот зачем это желательно знать? За деньгами, Лазарь Ильич, за деньгами. Кто зачем? А я все за деньги. Да вы за деньгами-то больно часто ходите. А как же мне не ходить-то, когда вы по 5 целковых даете? У меня это семейство. Так не поздно же вам давать. А уж отдали бы все за раз, так я бы к вам и не ходил. Вот то-то вы вот ни уха, ни рыла не смыслите, а хапанцы берете. А за что вам давать-то? Как за что? Сами обещали. Сами обещали. Ну, попользовался, ну и хватит. Пора же и честь знать. Как пора честь знать? Да вы мне еще 1000-1500 должны. Должны! Смотри ты! То есть у него документ. А за что? За мошенничество? Как за мошенничество? За труды, а не за мошенничество. За труды? Ну, за что бы там ни было, деньги давайте, а то документ. Смотри ты, документ. После придете. Да ты что? Ты что, грабить меня с малыми детьми? Что за грабеж? Вот на, возьми 5 целковых, да и ступай с Богом. Нет, погоди, ты от меня так не отделаешься. Да, что ты со мной делать-то будешь? Да, язык-то у меня не купленный. Ну что ж ты со мной делать-то хочешь? Не купленный язык. Лизать, что ли, хочешь? Нет, не лизать, а добрым людям рассказывать. Да что ты рассказывать-то будешь, купоросная ты душа? А? Ну, кто тебе поверит? Да, кто поверит? Да, ну кто поверит? Да поверит. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Да погоди. Да уж больно долго я сдал. Хватит пужать-то, не страшно. Я вот что сделаю. Почтеннейшая публика. Погоди, почтеннейшая публика. Жена, 4 детей, сапоги вот худые. Не верьте ему. Полно, ну куда же ты лезешь-то? А? Пусти, тесть обокрала меня грабить жена. 4 детей, сапоги худые. Эх, ну зачем же мораль-то этакую пущать? А? Нет, ты погоди, я тебя припомню, я тебя в Сибирь упеку. Ой, все врет, вы ему не верьте. Самый пустой человек, ничего не стоящий. Эх, братец, ну не знал я тебя. Ну не знал, ни за какие бы благополучия с тобой связываться не стал. Что взял? Вот. Тебя собака теперь ступай, вот подавись моими деньгами, ты черт с тобой. Какой горячий. Вы ему не верьте. Это он все, что говорил, это он врет. Это должно ему во сне приснилось. А мы вот магазинчик открыли. Милости просим, малого ребенка пришлете, в луковицы не обочтем.